the night. Need the pale moon, lovin's for the fools. Baby, beware. Января, друзья. Вот, пожалуйста, готовим ужин. Вот это мы пережариваем лучок. Но лучок это одно. Вместо масла я положил бараний курдюк. Вы представляете, какая будет вкуснятина? Сейчас он уже у меня доходит до окончания жарки. Очень-очень будет. Ну, посмотрим дальше. Ну вот, друзья, положил я рожки сюда, макарошки. Рожки-макарошки. Тщательно перемешаем. Помногу я не готовлю, мне на ужин, чтоб до утра хватило. Ну вот, перемешали. Они у нас хорошо пошли. Теперь добавляю сразу кипяченую водичку, у меня горячую есть. Немного, но добавлю. А теперь на медленном огне пускай варится. Да, запаривается, хорошо запарится. Закроем крышечку. Смотрим. Ну вот, друзья, макарошки у нас готовы. Уже полностью. Они у нас, как говорится, сварились. А сейчас, друзья, рыбки я сегодня не поймал, но зато добавлю кильку в томате. У меня вот такая баночка кильки я открыл. Казахстанская килька. Сейчас я ее туда добавлю. Ну вот, друзья, добавил я сюда баночку томатной кильки. Сейчас перемешаю, она у меня запарится. И что вы думаете, будет какая вкуснятина, а? Вот так, друзья, вот такой ужин у меня. Вот такая погодка у нас, друзья. Солнышко, как весной. Сидим, рыбачим, что-то перестало. Ну вот, немножко есть тут у меня, наловил. Почти пол ведерка есть. Вот сижу, жду, когда же она дернет. Она не хочет дергать вообще. Ну что, друзья, вот такая погодка у нас. Правда, немножко ветерок поднялся, но это не страшно. Сейчас добегу, немножко осталось, и пойду порыбачу, попробую. Ну вот, друзья, еще почти пол ведра поймал. И здесь у меня, которая в обед ловил, еще лежит кучка. Но на сегодня хватит. Доброго времени суток, друзья. Вот такая банька. Сейчас растапливаю. Будем сегодня купаться. Вот там огонек уже горит. Казан полный. 50-литровый казан. Здесь 50 литров натаскал. И сейчас еще вот этот бетончик. 50 литров. Натаскаю. Ну и можно будет купаться. Правда, холодновато, но ничего, сейчас нагреется. Вот. Ну что, друзья, вот вчера я поймал
Вот здесь 10 штучек на жареху отложил я. И здесь у меня это уже пойдет для моих курочек на корм. Варить, перемешаю с отрубями, и нормально будет. Что ж, чистим дальше. Будем чистить. Пока банька топится, почистим рыбку. Вот такая густерка у нас хорошая. Сейчас мы ее обчистим. У меня чистилка хорошая. Хвостики убираем. Потом курочкам сварю. Икряный, наверное. Икряная, жирная, икряная. Вот так вот мы чистим. Пережарим. Сегодня отличная рыбка будет у нас. О, это без икры попало. Ладно, ничего. Тоже вкусное, хоть и без икры. Ох, не посмотрел, бля, друзья. Ну, ладненько. Икру вытащил. Ну вот, вот таким макаром сейчас 10 штучек прочистим. Воду поменять надо, что-то вода холодная, чуть-чуть надо. Водичку поменяю. А то здесь прохладно, да и... Еще вода холодная. Ну что, спасибо за внимание.